Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать. Я Бигичев Тимур, и я хотел бы представить вам свою команду. Итак, сегодня вместе со мной над образом Татьяны будут работать Сергей Барашков, колорист моей студии, и Ксения Друнина, ассистент тоже нашей студии. Итак, мы начнем немного проводить консультацию. Наверное, это самый интересный, самый важный момент в работе с волосами. Итак, Таня, разреши, мы поковыряемся у тебя в голове. Зачем я пришла, собственно? Снимай эту штучку. Скажи, пожалуйста, что ты хотела бы сегодня получить? Смотри. Какой эффект, какой цвет, да. Какое решение? Да, что бы я хотела? Я бы хотела максимально... к натуральному что-то, но при этом, чтобы был такой тепловатый какой-то оттенок. У меня веснушки и такой рыжеватый тип. Вот, так что можно было что-нибудь, ну, такое тепленькое, персиковое, не знаю, да. При этом я бы хотела, чтобы это было максимально практично в наше непростое сегодняшнее. То есть нечастое окрашивание, да, чтобы это хотя бы как минимум отрастало плавно, да, то есть у меня много седины, ну, не знаю, что здесь можно придумать, Сергей, волшебник, я в этом уверена. Да, так и есть. Так что вот, в принципе, основные мои пожелания. Хорошо. Ну что, давайте, ребят, посмотрим. Таня, разреши, мы поковыряемся с тебя в голове? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, ну... Ситуация такова, что у нас, уважаемые коллеги, давайте мы вам расскажем исходную картину, что мы видим. У нас, ну, где-то, наверное, семерка, да? Шестерка-семерка. Шестерка-семерка корни, сантиметра 3, 2, 3. Далее у нас блок есть такого, ну, какого-то, что это назвать, цвет? 7,81. Ну да, холодный все-таки. Холодный такой орех. Холодное золото, концы светлее и локальная непигментация, холодная, да, непигментация, то есть седые волосы – это непигментированные волосы, по-научному, если так их называть, то непигментация у нас локальная, в принципе, достаточно равномерно расположена, да, у лица и очень напоминает как раз мелирование. И на затылке как раз этой непигментации достаточно меньше, да, то есть ее... Не то чтобы нет, но ты знаешь, вот, меньше. Вот же здесь вот я говорю, эту зону, я прям ее как-то вот обозначаю, вот даже видно, что здесь вот больше волос вот этих, как они, репигментированные, чем вот здесь вот видно, да, то есть здесь как-то особо, поэтому я пробор ношу. Очаговая такая история. Как-то да, странно, но при этом. Ну смотри, конечно, у нас какая здесь картина, что мы видим вот с ребятами сразу? Очень хрупкая структура волос, очень хрупкая. Если мы увидим, у нас здесь есть еще обломанные волосы и слой, ну вот, пушковый, он фактически в половину длины, понимаешь, вот до как раз блондированной части. Да. Интересно, почему же, да, он оказался там. Вот, я даю слово Сергею, он сейчас тоже даст свой комментарий, и Ксюше тоже. В общем, ребят, как вам кажется, что мы можем здесь сегодня предложить Татьяне в нашей интерпретации техники иллюминаж? Ну, как уже, в принципе, Тимур уже все рассказал, всю историю, да, останется только сделать выводы, да, и мы понимаем, что действительно есть, как бы, да, неравномерные структуры, есть непигментация, и по рисунку иллюминажа, да, то есть мы сделаем такую коллаборацию иллюминажа и бразильских техник, и будем располагать пряди не совсем классическим способом, а будем показывать, как сделать это более плавно, с плавными переходами. То есть только это, то есть это в любом случае будет осветление, да? Конечно. Несмотря на структуру, да. Несмотря на достаточно там большое количество обломанных волос, то есть мы не боимся. Мы да? не боимся, во-первых. А чем мы будем осветлять? Да. Это очень важный вопрос. И вот здесь мы, не забегая вперед, точнее, забежали вперед, мы раскроем сразу карты. Мы сначала сделаем тест-прядь. Мы выбрали два вида блондоров, которые будут работать, да, с нашими волосами. Первый блондор – это блондор Meshes, который работает 15 минут на волосах. И мы как раз посмотрим, как он отработает. Ну и второй блондор – это блондор Flex, который тоже мы посмотрим, какой из них более для нас будет приемлем на наши волосы. Да, не будет нести лишней нагрузки и в то же время будет хорошо работать. Какая основная задача? Нам нужен достаточно низкий процент окислителя,
что процесс долгий, но нам нужен высокий фон осветления, чтобы ты стала, это стало чистой, чтобы мы могли ее красиво потом уже работать в том или ином оттенке. Например, это должен быть не бурый какой-то фон осветления, там, не знаю, восьмерка, да, в чем, Сережа, опасаемся при низких процентах, да, это должен быть фон осветления, как минимум девятка. Но мы должны не повредить и без того повреждены. В общем, мы сегодня ходим по минному полю. Ну, еще просто меня, да, то есть я не знаю всю историю волос, в принципе, да, мы с Татьяной тоже... предполагали, что мы тоже не помним, какие процедуры были, и тест-прядь нас обезопасит. И в нашей студии мы очень часто, да, используем как раз такой метод перед тем, как начать работать с клиентом. Мы всегда используем тест-прядь, делаем тест-прядь, да, для того, чтобы и успокоить клиента, и себя, так скажем, тоже... Лучше перестраховаться. Да, и возможно, сегодня все закончится тонированием, мы еще не знаем. Об этом история умалчивает. По поводу седины, да, непигментированных волос наших, на самом деле они нам сыграют здесь очень хорошо, такую хорошую роль, потому что здесь, так скажем, очень красиво рассыпается ваша непигментация, Татьяна. О, и Сергей, мы ты прям мне бальзам только что на сердце. Но и в то же время замаскировать. И тем самым вы просто вообще не будете окрашивать волосы длительное время. Только ухода, тонирования, да? То есть это будет как поддерживающее окрашивание. Все. Супер. Поэтому начнем с тест-пряди, а дальше уже посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы начинаем делать тест-прядь. Мы берем два, как я уже говорил, два вида блондоров, да, то есть это блондор Meshes, это блондор, который работает на волосах 15 минут, и дальше он уже останавливает свою работу. Вы можете, в принципе, спокойно, да, работать с ним, если вы, у вас маленькая скорость, и мы не опасаемся того, что наши волосы мы передержим в блондоре, поэтому мы возьмем его. И второй блондор, классический блондор Flex. То есть этот блондор работает ровно 15 минут. Да. Если даже его снять позже, ничего страшного не будет абсолютно. Волосы останутся на месте. Это меня обнадеживает. Вот. Ну и, конечно же, мы возьмем блондор классический, да, то есть мультиблонд. Но у нас такая инновация блондор Flex называется сейчас. Это блондор, вместе уже туда добавлена формула Velaplex, которая как раз-таки защищает волосы. Да. Ну и разделение. Да. Меш из блондора мы завернули в серебряную фольгу. Обычный блондор мы будем в золотую, чтобы было понятно, где какой, как это работало. Почему мы это делаем? Еще раз расскажу. Потому что очень часто, да, то есть клиент приходит, и он не знает, что было на волосах. В принципе, ему и не нужно этого знать, да? То есть, когда клиент пришел в салон, он до этого истории не всегда известно, что было до этого, каких процедур. И мы всегда делаем тест-прядь для того, чтобы понять, как осветляются волосы. Потому что, например, если там есть какие-то уже химические вмешательства в структуру, то, например, не всегда выдерживает блондор. Да, волосы после блондора не всегда выдерживают нагрузку. И здесь как раз тест-прядь нас обезопасить может и клиента, и нас как мастеров. Ну что, 15 минут прошло, и сейчас мы будем как раз-таки смотреть, как отработал наш продукт, какой продукт мы выберем, и уже исходя из этого, ну, мы разворачиваем наши конверты, стягиваем блондор и проверяем. И что, на месте? Ну, вообще все, и все живо. Месте? Коллеги, подходите. По-моему... Тест на эластичность проходит? Еще потяни. Да-да. Проходит? Да. Ну, не все так уж плохо, да, оказывается? Если держать под контролем постоянно ситуацию. Поэтому я склоняюсь к тому, что блондор Meshes. А какой из этих двух более щадящий? Meshes. Не то чтобы щадящий, они оба абсолютно безопасно работают правильно и выстроенной формуле, но просто здесь, в этом случае... Автоконтроль. В чем разница? Автоконтроль автоматически заканчивается через 15 минут время. Процесс. Да. Ага. И ты можешь, например, что-то не успеть, например, довнести, но хотя это чище. Чище, но...
перспективнее вот это. Да, просто здесь мы будем работать более спокойно и без каких-либо... Да. Так как у нас процесс долгий... Что думаешь? Я? Да. Да. То есть техника набора будет не длительная, можно и длительная, и мэш тоже хорошо. Давай сделаем так. Вот эту часть мы наберем мэшесом, а верх мы сделаем обычно. Это гениальная идея. И мы убьем двух зайцев. Да. Да. Долгий процесс мы будем делать блондором, который с автоконтролем. Контролем останавливается через 15 минут. То есть долгий процесс можно не контролировать, не разворачивать, не снимать каждую, через 15 минут каждую предыдущую прядь. Угу. А уже теменную зону, зону в общем, распада, естественно, мы сделаем более активным блондором, потому что вот блондор обычный, эффект, да, наверное, он быстрее и ярче, он чище осветляет, да, это факт. Блондор классический мультиблонд с формулой Велоплекс, блондор Мэшес с автоконтролем. Сергей, расскажи, пожалуйста, в чем преимущество того или иного блондора, в чем разница и какой мы выбираем? Если мы говорим о классическом блондоре мультиблонд с формулой Велоплекс, это классический блондор, который работает, как и все остальные блондоры, но преимущество его в том, что в нем уже, как мы уже говорили, добавлена формула Велоплекс, которая позволяет нам, так скажем, сохранить структуру наших волос, да, так, и в то же время как бы мы можем работать, не боясь, да, что мы сможем там что-то сделать не так, да. Вот, Мэшес – это блондор, который работает, как мы тоже уже говорили, 15 минут на волосах, у него есть система автоконтроля, то есть через 15 минут он начинает останавливать свою работу, и можно длительное время, так скажем, держать его на волосах, не боясь, что фон осветления передержим, либо структура начнет растворяться, да, то есть рваться сам кератин волос. Угу. Поэтому, в принципе, и тот, и в нашем случае, и тот, и другой блондор хороши, да, но так как мы будем работать с нижней частью более долго и активно, да, то есть именно с краевой частью, мы возьмем в нашем случае именно блондор Мэшес. А на теменную зону, на зону распада, где у нас распадается макушка, да, то есть зону пробора, мы возьмем блондор Малти с формулой Велоплекс для того, чтобы сделать это чуть быстрее, да, и в то же время более чистый фон осветления. Мы сделали разделение нашей структуры, нашей головы, так скажем, наших волос, на зоны, которые мы будем осветлять, да, то есть весь основной блок, Тань, я буду крутить, весь основной блок, который будет более, да, такой светлый, это будет вот эта зона, так скажем, контуринг, да, то есть именно иллюминаж. Вот вы видите, да, как мы это сделали, то есть с углублением, таким углом именно до эксцепитальной точки кости. И мы здесь сделали две зоны, да, для удобства для нашего на верхней, на затылочной зоне и на теменной зоне будет тоже два блока. В процессе вы увидите. Для того, чтобы нам было удобно работать. Начнем мы двигаться от виска, так скажем, к нижней затылочной зоне от одного и от другого. Ну и сейчас Ксения размешивает как раз красящую смесь. Мы начали, сделали тест прядь. Мы взяли два продукта, так как у нас довольно-таки хрупкая структура волос. И хочется сделать мягкий переход, красивый в светлый блонд, но... То есть, как бы, да, есть проблемы хрупкости. Мы использовали два блондора, делали две разных формулы. Это был блондор Плекс, новая наша разработка, и блондор Мэшес, который имеет систему автоконтроля и работает на волосах 15 минут. То есть через 15 минут он начинает останавливать свое действие. И мы приняли такое решение, что мы будем использовать оба блондора, потому что здесь зона, да, мы ее будем набирать, но на всю голову где-то нужен час для техники.
И здесь мы полчаса как раз сейчас набирали, и я не буду переживать за то, что вот мне нужно сейчас набирать теменную зону, а мне уже пора смывать вот эти вот все вещи, да. Мне это не нужно делать, потому что спокойно я дальше работаю обычным блондером, так скажем, догоняю эти пряди, и у меня равномерно осветленная голова. При этом волосы на месте, и никаких проблем. По поводу, да, то есть простоты в работе, еще есть комментарий. Реально такое ощущение, что вот мы как вот воспитаны в такой строгости, да, и у нас мы боимся лишнее что-то сделать. Mm-hmm. Особенно очень часто, когда я езжу по семинарам по России, да, даже вот в уходах, просто люди боятся шаг влево, шаг вправо, расстрел. А в Бразилии вообще ничего не боятся. То есть, берем это все, сейчас будем так делать. А почему ты взял, ты почему ты шампунем не смыл? А почему так? Почему? Потому что они опытным путем дошли до определенных моментов, да, ну это с огромной экспертизой, естественно, должно быть связано. Дошли до определенных моментов, когда они видят, что так работает лучше. И как бы, да, без вреда для волос. И для меня там некоторые вещи были просто открытием, да, хотя, казалось бы, там, теми же самыми уходами, ну, я просто немножко себя похвалю, да, и являюсь как раз-таки тренером команды Neoxin и System Professional. Mm-hmm. Это два бренда VL Professional, которые занимаются уходами. Также я еще являюсь тренером бренда GHD, это техника. Именно, да, по... Про уходы потом, Сереж, вернемся. Да, хорошо? Конечно, обязательно. Вот, и я всегда тоже говорил, да, не бойтесь, вы же понимаете, что интуитивно некоторые вещи нужно делать своими руками, чтобы, ну, как бы, да, то есть прочувствовать это. Опыт работать, конечно. Опыт. А мастера многие, они просто боятся, да, и из-за этого многие вещи не обходят, понимают. Да. Ну, а еще тяжело из зоны комфорта выходить, да, легче вот работать в своей вот этой вот такой рутине, да, и... Ну, никуда не двигаться. Но тогда нет развития. Вот. Да? Поэтому выходите из зоны комфорта. Иногда даже вот это вот, казалось бы, мы работаем по правилам и так четко их соблюдаем, и допускаем очень большие ошибки. Да, и это может, наоборот, нам еще хуже сделать. То есть в работе. Угу. Поэтому здесь постоянное движение, действительно, постоянное обучение, угу. И постоянно что-то новое, не бояться узнавать что-то новое. Угу. Смотрите, обратите внимание, здесь у меня, да, больше волос остается не окрашенных. Почему? Для того, чтобы была плавность, так как наша задача создать контуринг вокруг лица, да, и здесь уже более рассеянно это сделать. Так как мы носим и туда, и сюда, и на ту, и на другую сторону, мы можем располагать пряди, краевую мы выделяем более четко, да, такую более яркую, и здесь... На теменной зоне мы делаем более рассеянный эффект, поэтому мы будем ориентироваться на центральный, так скажем, пробор, для того, чтобы распадалось, естественно, и в одну сторону, и в другую сторону. Это позволяет носить клиенту даже на прямой пробор, и Татьяна вообще будет не заморачиваться, что у нее где-то там вывалились какие-то более яркие пряди. Еще такой момент. Очень часто тоже задают такой вопрос. А без ассистента это можно сделать? Я вот только сижу и думаю. Расческу держать надо обязательно, да? Ну, желательно на самом деле, чтобы ассистент у вас был. Потому что ассистент, он помогает вам более свободно себя чувствовать. Окей, когда нет ассистента, что? Это можно сделать самому. Смотрите, когда нет ассистента, покажу просто на пряди, как я это делаю. Да. Точно так же я выбиваю прядь, только я ее вычесываю вообще. Чтобы расческу не применять в да. этом случае. Разделяю руками, угу. Зажимаю зажимом, все, у меня все остается в руках, в этом, так скажем, в свободе. Угу. Еще можно вот так делать, да, то есть мы берем, но это уже только через верх мы начесываем. Точно так же счесали и расческой в корень зафиксировали. Угу. Все, вот ваша прядь остается. Ну, то есть... На самом деле это можно делать без ассистента, но с ассистентом это будет более эффективно и более быстро. Мы закончили наше нанесение красителя, и сейчас у нас следующий момент, да, так как повторюсь, что здесь у нас Blondor Mesh, который с автоконтролем, и он уже остановил свою работу, и я даже не беспокоюсь о том, что там и как вообще, потому что там все правильно. Мы работали только вот с этой зоной, с, так скажем, теменной зоной, мы работали нашим Blondor Plex, и мы ждем,
как долго, ну, когда он, так скажем, дойдет до нужной кондиции. И это будет где-то 15-20 минут. Но мы будем периодически открывать и смотреть, как это будет. Мы сейчас снимаем блендер и протягиваем на наши концы, которые были ранее осветленные, мы на них не наносили блендер, для того, чтобы немножечко их соединить, так скажем, с основной длиной. Вот. Обратите внимание, что у нас везде равномерный, да, фон осветления. Комбинации двух блендеров получилось равномерное осветление. При этом как бы волосы, которые мы окрашивали в самом начале, нижние, да, вот эти пряди, они абсолютно у нас целые и нет никакого повреждения. И такое как бы дополнение, всегда прорабатывайте еще руками пряди, да, потому что иногда где-то бывают какие-то пятнышки. Вот как раз процессом проработки вы всегда это сможете все снивелировать. Сейчас будет самый интересный процесс расчесывания волос после начеса. Это делается обычно на либо маску, либо это делается, если вы использовали плекс, то это делается на велоплекс, потому что нам нужна пластичная структура, да, чтобы волосы легко скользили. Если вдруг вам не хватает чего-то, добавляйте, если вы, например, не использовали велоплекс, а велоплекс имеет довольно-таки густую такую жирную структуру, если вы не использовали велоплекс, вы можете маску добавить масло и на это расчесывать, да, то есть на такую консистенцию. Сейчас следующий процесс. Мы останавливаем процесс осветления. Также делаем уход велоплекс. Это вторая фаза, продукт, который как стабилизирует все процессы. Вот первый признак тоже, да, того, что неправильный начес, клиент бы испытывал дискомфорт. То есть ему было бы больно, потому что, да, мы бы волосы путались в узелки, и мы бы их начали, естественно, да, раздирать. Клиент бы говорил, что ему больновато. Если я усну, вы меня будете. Хорошо. Для расчесывания влажных волос, в моем случае я использую расческу Tangle Wet, а Ксения использует I Love My Hair. Сейчас мы смываем уход велоплекс, вторую фазу, и мы приступаем к мытью. Мы будем использовать шампунь Color Motion. Это шампунь, который работает как уход для осветленных волос, и также он ухаживает за цветом. Ну и стабилизировать мы будем стабилизатором блендера, который остановит все процессы до конца, так скажем, и уже дальше мы будем использовать, можем наносить тонирование. То есть еще раз мы будем, да? Да. Понятно. Так, а по поводу шампуня, порекомендуй, пожалуйста, мне для домашнего ухода, для поддержания цвета. Я так понимаю, что у нас будет достаточно такой, ну, не яркий, но нужен уход, Нужен уход, конечно. По поводу домашнего ухода существует несколько групп уходов, да, которые мы можем рекомендовать. В первую очередь это основной уход, это шампуни, кондиционеры, маски, такая база, да, которую мы используем всегда. В нашем случае нам нужен шампунь для окрашенных волос, потому что он будет защищать вымывание, да, защита против вымывания цвета. Также мы порекомендуем кондиционер, который будет, так скажем, обновляющий, он ухаживает за структурой, также тоже контролирует вымывание цветом. Я покажу все потом полную подборку. Он без окрашивающего пигмента. Без окрашивающего пигмента. Это такая база, которую мы рекомендуем использовать. Также маска, в принципе, подойдет любая, либо для окрашенных волос, либо также можно использовать маску обновляющую, которая будет укреплять структуру и также защищать цвет. Также, если, например, ну, в нашем случае у нас волосы больше к тонким, да, поэтому масляные какие-то продукты я бы не рекомендовал использовать. Ну, потому что они будут немножечко давать тяжесть волосам, да? Я всегда масло.
Нет, масло это масло, а именно шампуни, есть линейки, на основанные на маслах, их лучше, ну, как бы я бы не стал использовать. Может Но быть, масло зимний может, масло да? нужно. Да, и вот здесь это уже как раз вторая группа уходов, которая является дополнительными, то есть несмываемыми продуктами. Это как раз масло можно, да, у нас в этом случае есть Oil Reflection Light, так называемое, легкое для тонких волос масло. Также можно использовать вот... Я знаю, что вы едете на море отдыхать сейчас, да, на солнце. Можно вообще взять солнечную линию Sun, да, которая защищает от UVF-излучения и также защищает волосы от хлорированной воды, то есть бассейн. Вы можете спокойно этим пользоваться там и не бояться за вашу структуру волос. То есть цвет не изменится и структура не будет повреждаться. Ну и третья группа – это как раз-таки те продукты, которые будут поддерживать цвет. И в нашем случае у нас есть два направления. Это бальзам, который, да, поддерживающий цвет, Color Recharge. Я его даже покажу. В данном случае у нас Blonde Recharge – это для блондинок с теплыми оттенками. То есть здесь такая вот желтенькая полосочка, да, мы видим. Это как раз тот продукт, который будет поддерживать цвет. Обновлять цвет, легкий тонирующий эффект. И есть более, так скажем, тяжелая артиллерия. Это уже продукт, который является, так скажем, прямым пигментом, но для домашнего ухода. Это поддержка цвета, укрепление структуры волос и блеск волосам. Здесь мы его наносим. Это получается оттеночная краска? Ну, даже, да? Такая тонирующая краска, но безаммиачная для домашнего использования. А да? Как обычные все тонирующие продукты, мы помыли волосы шампунем, нанесли этот продукт, вспенили на волосах и оставили от 5 до 20 минут. Чем дольше мы держим, тем интенсивнее оттенок. Угу. Вот это такое обновление. Ну и также еще здесь много ухаживающих компонентов, которые тоже будут ухаживать за структурой и укреплять ее. Ну что, мы наконец-то дошли до того момента, когда мы начинаем делать растяжку. И хотелось бы тоже особое внимание обратить на это, потому что важно сделать ее правильно. У нас довольно-таки влажные волосы остались, да, мы их не просушивали, особо не отжимали. То есть если я отожму, у меня в руках остается вода. То есть должно быть именно так, чтобы влажность была большая, чтобы у вас пластичность краски была еще более, так скажем, пластичная. Как мы это делаем? Мы берем небольшое количество красителя на кисточку. А что мы развели? Мы уже сделали? А мы это проговорим чуть позже по формулам, все. Да. Просто мы развели, если говорить о красителе, мы используем Illumina Color краситель. Мы сейчас делаем, то есть... окрашиваем волосы в тот тон корней, который у нас есть. То есть мы вот этот вот переход... Натуральный, да. Оставляем, как и запланировали. Мы, так скажем, матируем переход, чтобы у нас было идеальное плавное вхождение одного цвета в другое. Градиент. Небольшое количество, почти сухой кисточкой, да, мы просто вот таким вот образом размазываем по структуре. Ну, по корням. Мы будем использовать алгоритм 10-5-5, это алгоритм окрашивания, то есть 10 минут мы выдерживаем на корнях волосы, далее через 5 минут сухой кисточкой мы стягиваем то количество, тот краситель, который у нас уже есть на корнях, распределяем по длине. Выдерживаем 5 минут и еще 5 минут. Стягиваем еще 5 минут. Но есть еще такой способ, мы можем нанести 10-5 эмульгируем в раковине на 5 минут и тоже смываем. То есть есть несколько вариантов. Берем крупными секциями волосы. То есть у нас не должно быть, как при обычном прокрашивании корней, да, то есть там каких-то больших, тоненьких секций. То есть наша задача не закрасить волосы, а наша задача именно создать плавность в структуре. И почти сухой кисточкой, да, то есть практически вот такое количество красителя я использую в данном случае. Глубина растяжки вы можете сами контролировать. Вообще по правилам, если мы говорим о правилах, да, которые я увидел как раз в Бразилии, это
небольшое количество корней, да, то есть мы делаем четко маленькие корни и по сантиметру сдвигаем. Но есть люди, которые любят растяжку, так скажем, на пол головы, мы можем их, пожалуйста, это тоже может быть, это допустимо. Мы делаем тонирование на валоксоне 1,9, то есть это низкий процент, чтобы не задрать, так скажем, фон осветления, чтобы у нас, да, не было потом при смывании краски желтой полосы. Краситель мы используем не выше натурального тона. Это тоже еще одно правило, которое нужно соблюдать при тонировании корней, при растяжке. То есть либо глубже тона, да, то есть, например, если у нас натуральный тон вот между семеркой и шестеркой, мы используем между семеркой и шестеркой. И даже можно ниже, там, например, 6-5, да, то есть именно глубина тона, для того, чтобы не задирался фон сплетения. Потому что если мы берем уже восьмерку, естественно, она будет еще выше, да? Подтягивать, да, и это будет давать резкий переход. Ну и важно не использовать тепло в этом, да, то есть здесь мы уже работаем без тепла, потому что нам нужно только, чтобы проявились пигменты, не более того. Ну что, пока мы ожидаем дальнейших действий с Татьяниным цветом, я расскажу вам небольшой такой экскурс, проведу в то, как мы все сегодня делали. Ксения помогла мне вот как раз написать об этом, и сейчас мы подробно все разберем. Начнем с натурального тона волос. Да, у Татьяны натуральный тон волос 6,0. Непигментированных волос от 20 до 50%. То есть они раскиданы у нас диффузно по всей голове. Текстура тонкие, пористость пористые. Распределение было цвета от корней. Да, где-то натуральный тон 6,0, далее 7,31 был у нас кусок волос, дальше 9,03 и до 10,0, то есть такой был переход. Мы выбрали технику как раз-таки иллюминаж и сделали ее, вот если мы видим с вами на наших головах, распределение прядей, да, височно-боковые и нижнюю затылочную зону мы распределяли диагоналями как раз вот. Мы видим, да, плавно соединяя в центре. Далее верхнюю затылочную зону мы делали, так скажем, такой елочкой, да, с поперечными прядями, для того, чтобы плавно расходилось это все и покрывало голову. Но здесь у нас именно на височно-боковых и нижней затылочной зоне более концентрированное, да, было скопление прядей, так скажем, более часто мы их распределяли. На теменной зоне мы уже их делали более широким шагом и более тонкие для того, чтобы плавно выходило это все. Вот как раз мы видим, да, то есть мы дошли до наивысшей точки головы, и далее мы у лица выделили более четкие пряди, которые у нас при распаде будут ложиться и на ту, и на другую сторону, и будут акцентированы. И теменная зона у нас расположена в виде такого веера из центра. Почему? Потому что, как мы уже говорили, Татьяна носит волосы и направо, и налево, и поэтому как бы, да, всегда, чтобы ложилось это естественно. Что мы использовали? На нижнюю затылочную и височно-боковые зоны мы использовали Blondor Meshes на 6%. Сочетание, одна часть порошка и полторы части валоксона. И на теменную зону мы использовали Blondor Plex на 4%. Точно так же одна часть порошка и полторы части валоксона. Как красящая смесь. Естественно, мы добавляли Веллоплекс в Blondor Meshes. Далее мы делаем тонирование, растяжку цвета. Два этапа. Первый этап у нас будет Illumina Color 6/7,31 в равных частях с валоксоном 1,9. Сочетание красящей смеси и валоксона 1:2. На длину мы напишем вам чуть позже. Я делаю второй этап растяжки. Как раз время выдержки у нас подходит к логическому завершению. Ну, здесь не надо четко прям так вот
10 там, минут высиживать. Я вижу, что готово, по корням, да, уже можно двигаться дальше. Точно так же я беру пряди волос и абсолютно сухой кисточкой, без красителя, я делаю вот такие движения. Угу. И протягиваю, то есть, так скажем, сдвигаю краситель с корней на длину. Чуть ниже, да. Да. Угу. Если у вас густые волосы, еще такой момент, да, в принципе, и с тонкими волосами, и с густыми, бывает такое, что, да, нужно же, мы сейчас будем как раз-таки перекладывать волосы, и чтобы ваши концы не отпечатались от кращую смесь, можно подложить вот так вот кусок фольги и на нее выкладывать, так скажем, угу, наши волосы. Это тоже, ну, как бы аккуратность такая в работе, так скажем. Ну и... И выдерживаем? 5 минут. До внесения в одно место. Проверяйте, да, тем самым еще, чем это важно, если вы где-то, да, когда вы прорабатываете, вы видите, где вам не хватило красителя, можно поставить небольшие, так скажем, точки на эти места, чтобы, да, проработать. Так как у нас как раз здесь была тест-прядь, и я сейчас вижу, что на нее я бы еще довнес немножко краски. Я это делаю. Тем самым проверяю сам себя. Угу. Ну и у нас осталась завершающая стадия тонирования корней, именно растяжки, первого этапа растяжки. И мы придумали как раз цвет на длину. Это будет тоже Illumina Color. Напишу это сокращенно. Будет... Сейчас. 8, ты думаешь в процессе? 37 + 10 + 36 + 7 + 43 + Cooper Pitch. В общем, вся таблица. Менделеев. +1.9% по граммовке. 15 грамм Cooper Pitch, 7 грамм 8,37, 7 грамм 10,36, 1 грамм 7,43. В консистенции 1:2. И получим мы на выходе... Прекрасный персик. Важный момент. Так как мы все-таки сегодня посвятили день солнечной Бразилии, да, мы говорим о том, мы смываем краситель с корней сейчас. Мы делаем так же, как делает это Ромео. Мы смываем краситель, но не смываем его шампунем и не смываем его, не стабилизируем. То есть корни у нас еще пока остаются не закрытые. Вот. Я как раз размешиваю нашу длину. Сейчас мы смыли краситель с корней, который мы растягивали где-то до сюда, да? И наносим цвет тонирования на длину, слегка заезжая на ранее протонированную зону, чтобы, так скажем, снивелировать вот этот переход и сделать его более плавным. И работаем в основном руками. Ну что, мы смыли краситель, и наш цвет готов. Ну и дальше я передаю слово Тимуру. Маэстро. Маэстро. Он как раз-таки завершит образ своей гениальной стрижкой. Ну уж. И расскажет об этом. Ну не скромничай. Поподробнее. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Очень симпатично. В сыром виде. В сыром. Да. Ну, теплом направлении, как хотели, теплый блонд. Итак, что я делаю? Есть, не прощаемся как... надолго. Не прощаемся, нет, Сергей. Итак, что я делаю? Я сейчас буду стричь Таню, но так как у нас есть желание, в принципе, не сильно менять форму, не сильно менять длину, я буду стричь на сухую. Итак, перед тем, как начать работать, я расскажу нашим зрителям, чем я буду работать
в плане стрижки, какими инструментами. У меня будет обычная расческа с классическим расположением зубчиков. Почему я на этом акцентирую внимание? Это все принципиально. Расческа поменьше, покороче, с более широким расположением зубчиков. И совсем широкая расческа, да, с большим расположением зубчиков. Это уже такой гребень. Итак, у меня вот такая плоская щетка. Очень приятно, она эргономична, она по коже головы работает. Мы будем приподнимать ею корни и сушить. Ну и брашинг классический, мы будем уже подкручивать почти сухие волосы. Изначально я буду работать на термозащите Айми, это двухфазная термозащита. Перед нанесением мы ее взболтаем. Красиво. Да. И потом уже, когда мы высушим волосы почти полностью в корне, я возьму бодикрафтер. И это будет наша основная уже база, на которой мы делаем укладку. Очень немного, плавно наносим такими скользящими движениями средства. Начинаем сушить. Да, сушу я горячим воздухом. И потом, когда уже я буду работать с брашингом, я буду использовать холодный воздух и фиксировать, запаивать завиток. Прорабатываю все корни, все поднимаю вверх. Очень важный именно момент, именно базиса в этой укладке. То есть мы должны очень хорошо приподнять везде, по всему периметру корни. Так, обратите внимание, я работаю без зажимов. Волосы всегда в движении. Начинаем сушить затылочную зону, центрального пробора, центральную прядь. Начинаем прорабатывать. Холодным воздухом поджимаю и таким образом фиксирую завиток. Все пряди тянем к центру затылочной зоны. Сушат волосы, мы уже видим рисунок, мы видим, как наполняется цвет, как он плавно сочетается с естественной непигментацией, назовем профессионально. Седину, да. При сушке, да, при высушивании волос работаю большими блоками, не работаю попрядно слишком, да, потому что таким образом получается очень плавная работа, плавная укладка, и поэтому, если мы будем сушить волосы попрядно, то будет очень много заломов и не будет этого естественного объема. Обратите внимание, что вот Сергей нам сегодня доказал, что контрастное окрашивание, которые мы всегда воспринимаем как окрашивание для очень густых и жестких, тяжелых волос, идеально применимо и в случае с тонкими и хрупкими волосами, потому что этот контраст очень классно работает на объем. То есть мы визуально создаем этим рисунком, да, объемный рисунок, и в принципе само окрашивание является таким идеальным решением с точки зрения дополнительного визуального объема. Прочесываю холодным воздухом все волосы по всему периметру. Убираем все заломы. Ну что скажешь? Отлично, супер. Я говорю, у меня лицо прям порозовело. Угу. Да, и свежее, контраст кожи есть. Переходим к нашей стрижке. Что мы имеем? У нас есть однородная, в принципе, структура, фактически одной длины. Небольшую сделаю градуировку внутри. А что за техника? Не Тейлор Кат? Это Тейлор Кат, но именно для такой вот именно ситуации, когда нам нужно создать воздух, создать объем и избежать глобального простригания. Угу.
Только челки у меня не будет. Естественно. Ой, начинается уже, клиент начинает включаться. Клиента. Капризничать, да. Мы начинаем работать в диагональных плоскостях. Работаем только по краевой линии. И таким образом усыпляем бдительность. Бдительность. Будет сейчас расслабиться, и мы начнем уже стричь по-настоящему. Это пыль в глаза, ты хочешь? Да, да, как бы тебе кажется, что ничего не происходит. Расскажи. Стрижка без единого прямого среза. В данном случае я работаю на сухую, потому что мне не надо убирать длину. Мне нужно создать текстуру, мне нужно создать воздух. Я делаю легкую градуировку. Очень мягкую, но при этом моя задача создать плотность. Вот, казалось бы, такая странная история, когда путем текстурирования, градуировки и слайса, да, я создаю плотный рисунок формы, я создаю каркас и рисунок, главное, окрашен очень красивый. То есть ты любишь носить высокие хвосты? Да. И переход отличный просто. Такой мягенький. Цвет вкусненький. Да, не боимся, коллеги, работать с тонкими волосами. Здесь, конечно, больше ответственности. Много внимания надо уделить на тонирование, правильное распределение рисунка. Я таким образом, что как я сейчас работаю, я создаю и текстуру, и градуировку, и плотность, не убирая длины. Как нам сделать так, чтобы проградуировать теменную зону и сохранить длину? Перенаправление назад. Сохранили челку и убираем кончики. Итак, следующий блок. Подхватываем с предыдущим и перенаправляем назад. Тимур, а если захочется мне, например, обновить, так скажем, цвет, я смогу это сделать в домашних условиях? Да, конечно. Что для этого понадобится мне? Ты можешь использовать Color Fresh, это прямой пигмент. Тем более структура волос у тебя пористая, значит, стойкость у тебя будет достаточно продолжительная. Он намагничивается на пористую структуру. И, соответственно, ты, помыв голову и нанеся его, вот просто открыв колпачок, очень легкое в применении средство, обновишь, выдержав там 10 минут, обновишь свой цвет. Даже выдержав 20 минут, ты вообще, в принципе, создашь еще раз тонирование. То есть, чем дольше, тем насыщеннее будет оттенок. 10.39, как раз тот оттенок этого теплого блонда, золота с пшеницы, как раз то, что нам нужно. Вот. Как за этим цветом ухаживать в дальнейшем? У нас сейчас было, как я это все по автомобилям сужу, мне так проще. У нас сейчас было большое ТО. А у нас будет малое ТО, это когда ты придешь просто на тонирование. Или на тонирование растяжку цвета, в зависимости от того, как будет отрастать. Также и со стрижкой. Мы просто корректируем форму и все. А плановое ТО, какое, когда у нас? Плановое ТО, времени? Допустим, на короткая встреча через полтора месяца. Вот. Ну что ж, я закончил со стрижкой. Мы немного проградуировали периметр. Он стал легче и мягче. Я работаю тут тоже, места есть, допустим, истончение, да, я их тоже обхожу. То есть где-то я вижу, что есть прямо истончение, я это место чуть-чуть выше приподнимаю угол. Где-то я вижу, что нет истончения, да, там и ломкости, там я чуть ниже работаю, да, то есть могу поработать с длиной. Исходя из этого, пожелания сохранить длину челки, мы ее оставили, да, макушка у нас объемная. Вот, перебрасывать можно направо-налево, как ты заказывала. Все готово с точки зрения формы и цвета. Я сейчас приглашаю Сергея, чтобы он сделал тебе прекрасные локоны с тайлерами GHD. Расскажет об этом тоже много, подробно. Так что, Сергей, мы тебя приглашаем. А ты бы сбрызнул термо еще раз? Да, я использовал Thermal Image, это термозащитный спрей, который двухфазный. И когда мы наносим на волосы и потом используем горячий инструмент, наш гидрослой, так скажем, вот этот, да, гидробаланс, он не нарушается. Испаряется только само средство.
За счет этого, то есть, идет очень хорошая защита волос. Ну и, конечно же, мы используем стайлер JHD Platinum. Это идеальный инструмент для тонких волос, который позволяет нам не разрушать структуру волос, потому что здесь температура нагрева всего 185 градусов, а это самая оптимальная температура для работы с горячим инструментом. То есть, если ты посмотришь, тут нет терморегулятора. Да. Здесь вот одна кнопка. Автоматически, да? Вкл. 185 и все. Ну, здесь, помимо этого, нанопокрытие, которое держится в секрете до сих пор, и удобство, и эргономичность, это вообще идеальный инструмент для работы с волосами. Как говорят у нас, это Bentley среди инструментов. Вау! Да. Так а что, если при 160 градусах? Я все время ставлю 160. Недостаточно. Нет? Для накрутки волос. То есть это не всегда работает правильно, да, то есть получается, что тебе иногда приходится несколько раз проводить по волосам, чтобы добиться, ну, результата именно с завитка. А здесь оптимальная температура, которая позволяет зафиксировать завиток, но при этом, да, не разрушать структуру, не нарушать гидролипидный баланс волос. То есть вот первый слой вот этой влаги, да, который восстанавливается при следующем мытье и уходе, мы его, естественно, убираем, но мы не плавим кератин, так скажем, в волос. Вот. По накрутке, кстати, тоже, да, хотелось бы обратить внимание. В одном направлении ты делаешь? Я делаю в разных направлениях, и есть такой секрет, да, я всегда делю диагоналями и всегда накручиваю в два слоя. И получается, что нижний слой я всегда накручиваю на лицо, а верхний от лица. За счет этого создается и объем, и завиток ложится очень красиво. Вот ты сейчас увидишь, когда уже все это мы разберем. Это, ну, так как накрутка, в принципе, советского типа, но она работает очень-очень круто. Еще тоже такой лайфхак, особенно при выпрямлении, когда мы используем, когда мы не хотим заломов, да, у корней очень часто бывает. Да. Наверное, Тимур тоже об этом говорил. Мы немножечко вот так прогреваем, и потом уже то же самое с локонами, да, то есть я могу немножечко прогреть, и тогда уже будет плавный вот, да, и не будет, да, залома. Скажи, ты ожидала, или ты чего-то, ты меня не смотри, или чего-то, ну, как бы, ожидала ли ты такого? Ну, смотри, я хотела такое, понимаешь? Нет, я именно такое и хотела. Вы просто попали. Ожидания оправдались однозначно. Я вот именно хотела. Ну, вначале же мы с тобой обсуждали, да, то, что я хотела. Благородно, такой рыжеватый, такой не пошлый, такой стильный оттенок. Дорогой. Поэтому вот сейчас именно то, что просто я не знаю, это супер. Маэстро. Это лак подвижной фиксации. Мы фиксируем локоны на него. Хоть с этим? А потом расчешем. То есть наоборот действуем. Не перед фиксацией, а как основу под фиксацию делаем. Сейчас называется он Mystify Me Light. Он легкий. Наверное, вот это. Волос. И как раз для того, чтобы расчесать. Ой, давай. Да, подсобери вот так руками, Серега. С одной стороны. И с той стороны тоже так. Вот это тоже давай тогда вот так протекстурируем. А сейчас что? Сейчас? Glam Mist – это дымка такая, которая дает блеск. Лоск. И вот эти немножко тут какие-то пеньки, вот эти пористые, они должны уйти. 6 часов работы, и вуаля. Знаешь, что? Я другое. Мне кажется, что это красиво, и то другое, оно может стать не таким красивым. А мы и так сделаем. Давай, да. Мы закончили, и в итоге получили тот результат, который хотели. Ну, я очень рад, что у нас все вышло, потому что достаточно для нас была такая волнующая сегодня предыстория. По структуре волос, по качеству волос, по запросу, потому что ты хотела
активный такой теплый персиковый медный блонд. Да, ну от медного мы немножко трансформировали наше желание в персик. Я считаю, что это правильное решение. Да? В свою очередь, то, что мы задумали, это сделать контрастное окрашивание, контрастную технику и растяжку цвета, чтобы контраст у корней все-таки давал тебе, не давал возможность слиться, да, вот волосам и коже лица. Соответственно, летнее окрашивание, теплое, приятное. И я считаю, что иллюминаж это действительно, ну, must have просто текущего, уже почти уходящего лета, но и осени тоже. И вот эти персиковые летние цвета как нельзя лучше как раз вот подойдут к отпускной этой долгожданной неделе. Для нас это не сложно было, для нас это было интересно, новое что-то, да, и, ну, как бы... Кайф. Что попали в твои ожидания, понимаешь? Мы получили классный именно результат фон осветления, что теперь даже можно экспериментировать с оттенками, я думаю, потому что в следующий раз вам уже не захочется именно это медного направления, можно и розовинки добавить, либо наоборот холоднее его сделать, то есть... Кайф в том, что у нас получился чистый результат и хорошее качество при этом волос. Иллюминаж forever. Ура! Всем спасибо! Всем пока!